Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Карина Агеева. Здравствуйте, сегодня в эфире. Ход сельскохозяйственных работ. Его сегодня обсудили во Дворце независимости. Президент обратил внимание на актуальные вопросы. По оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, по стране осталось засеять менее 15% запланированных площадей. В Беларуси эпидемиологическая обстановка сейчас достаточно сложная, но прогнозируемая. И сегодня только вакцинация защитит от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Перейдем к подробностям. Активизировать работу в агропромышленном комплексе. Такое поручение правительству и облсполкомам более недели назад дал президент Беларуси. Речь шла в том числе об увеличении темпов сева озимых. Это вопрос номер один, он не требует отлагательств. Я просил работать не просто световой день, но там, где это возможно, ночью, сказал Александр Лукашенко. То есть работ непочатый край, поэтому была объявлена, можно сказать, тревога. Глава государства на совещании поднял ряд актуальных вопросов касаемо завершения сельскохозяйственных работ. И это не только озимый сев. Качественно надо убрать кукурузу, в первую очередь, на зерно, яровой рапс. Поднимались и вопросы уборки картофеля, сахарной свеклы, плодовых и ягодных культур. По оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, по стране осталось засеять менее 15% запланированных площадей. По данным на сегодняшнее утро, озимых зерновых посеяно более 86%. В лидерах Брестская область. Если брать зерновые, зернобобовые культуры с кукурузой, то они убраны более с 90% запланированных площадей. Хозяйствами уже намолочено более 6,5 тонн зерна, по этому показателю лидирует Минская область. Усиливая законодательство, обеспечивая национальные интересы Беларуси, накануне в Минске состоялось открытие 6-й сессии Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. На обсуждение парламентариев немало актуальных вопросов. В частности, законопроект об изменении Конституции Республики Беларусь. Его сенаторы и депутаты одобрили единогласно. Законопроект 25 июня был принят Палатой представителей в первом чтении и одобрен Советом Республики. В межсессионный период депутаты провели обсуждение конституционного проекта в избирательных округах с трудовыми коллективами, исполкомами, местными советами депутатов. Итоги этой работы подтвердили, что проект поддерживается белорусским обществом и соответствует его запросам. Необходимость внесения изменений в действующую редакцию Конституции о введении единого дня голосования – инициатива, продиктованная временем. Что немаловажно, идущая от земли, диалоговые площадки, обращения в общественные приемные граждан, а также письменное обращение, как индикатор своевременности принятия данного решения. Предлагаемые законопроектом новации будут способствовать обеспечению эффективности, стабильности и преемственности работы депутатов местных советов депутатов, а также позволят избежать дополнительных бюджетных расходов и организационных и временных затрат. Коснулись изменения и сферы уголовного законодательства. Так, за призывы к санкциям в отношении Беларуси ответственность ужесточили. За слова придется отвечать. Реальными и немаленькими сроками. До 12 лет лишения свободы. Этот законопроект – предостережение всем, что любые действия, направленные на причинение вреда нашей стране, безнаказанными не останутся. Мы должны сделать все возможное для защиты национального суверенитета, защиты законных прав и интересов наших граждан и организаций. Спасибо. Поддержали депутаты приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии. Во втором чтении принят законопроект о возмещении банковских вкладов. На обсуждение парламентариев и другие законопроекты о туризме, по вопросам животного мира и генной инженерии. Они также приняты во втором и первом чтении соответственно. Достаточно сложная, но прогнозируемая. Так охарактеризовал эпидемиологическую обстановку в стране министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Высокий уровень заболеваемости держится уже достаточно длительное время. Соответственно, наблюдается рост госпитализации по всем регионам страны. Причиной развития у нас четвертой волны стало распространение COVID-19 среди детей и подростков. Начало учебного года совпало с погодными условиями и стало так называемым спусковым крючком. Мы ввели в школах, вузах и СУЗах более жесткий эпид-режим. Надеюсь, это должно помочь. Также рекомендуем ограничить массовые мероприятия. Призываю к разумной осторожности и более жесткому реагированию на нарушение мер социального дистанцирования.
И важно, что сегодня только вакцинация защитит от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Нашей стране необходимо выработать коллективный иммунитет. Для эффективной борьбы с COVID-19 нужно вакцинировать минимум 70-75% населения. План максимум – вакцинация 100% взрослого населения. В будущем, если позволят вакцины, над которыми сейчас ведется работа, прививать и детей. На сегодняшний день в нашей стране полный курс вакцинации прошли более 1 635 тысяч человек. Но этого недостаточно. Если вы еще не вакцинировались, вас ждут в учреждениях здравоохранения. Защитите от COVID-19 себя и своих близких. На этом у меня все. Напомню, просмотреть наши программы можно также в YouTube-канале «Звезда» и свежие новости в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее я передаю слово нашим коллегам с телекомпании ВНТВ. Не переключайтесь. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитыш. Добрый день. В вооруженных силах проводится перевод вооружения военной и специальной техники на зимний период эксплуатации. Комплекс сезонного обслуживания включает развертывание рабочих мест, проверку работоспособности системы агрегатов, механических узлов, электрооборудования, замену технических жидкостей. При выполнении работ учитываются особенности каждого образца вооружения и военной техники. В белорусской армии продолжается работа по реализации государственной программы увековечения памяти о погибших при защите Отечества. За 2021 год подразделениями поискового батальона обнаружены останки 951 военнослужащего Красной армии и 855 останков жертв Великой Отечественной войны. Также найдено 7 боевых наград, 39 медальонов и 32 единицы стрелкового оружия. Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается. Военные медики настоятельно рекомендуют пройти эту процедуру. На сегодняшний день в Беларуси можно привиться 2 вакцинами. «Спутник Ви» российского производства и «Верацел» Китайской Народной Республики. Обе вакцины показали достаточную эффективность в клинических испытаниях. И они значительно снижают вероятность заболеть и помогают легче перенести вирусную инфекцию. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи. В минуты спокойствия, мгновение радости и счастья, минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей. Знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды. Храня верность традициям, мы едины, мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.